Всем привет! Выехал опять чуть-чуть на природу. Купил вот такую вот муха какая-то безумная. Иди нахер. Вот такую газировку. Если будет видно. Чупа-чупс называется. Не знаю, может быть кто-то пробовал, но я не пробовал. И, как написано, чисто Сеул, Корея. Видно, как она вся в этих в иероглифах. Попробуем, что за вкус. Еще и скидка бешеная. Всего 91 рубль стоит баночка. Да уж. Ничего сверхъестественного, оказывается, нету. Как фанта, блин. Ну, не такая сладкая, наверное. Хотя сейчас фанта тоже такое говно. Раньше она была как-то там хоть вкус апельсиновый. А сейчас я как-то пробовал. Ну, довольно-таки давно, конечно. Может, с месяца назад. Прям как будто, ну, не знаю, какое-то такое, как раньше вот эти Зука всякие, Юпи были, с водой разбавляли, вот такая рефанта стала. У этой, мне кажется, вкус чуть понасыщенный и... послевкусие такое, наверное, как вот после чупа-чупса, так и есть. Наверное, этого и добивались. Да уйди ты нафиг. Ну, ничего особенного. Я ожидал чего-то большего. Тут, кстати, вот для слепых даже есть эти насечки. Я нигде еще не видел на банках такого. А вот здесь вот есть, если видно будет. Не насечки, а как они называются. Ну так себе, ничего особенного. Была еще... ну сейчас нету. Рядом стояла, типа, клубника со сливками. Но ее всю раскупили. Прям пустая такая-то. Пустое место стоит. Остались вот такие только. Вот решил попробовать. Ну. Рублей 20 бы стоило, то можно было брать. А так за 90 рублей. Мне кажется, оно того не стоит. Это если только фанатикам какие-нибудь, которые эти... по корейским всяким прутся ништякам. Вот они, да, будут говорить: о, нифига себе, это круто. А так, прям. Ну, чуть-чуть, наверное, поприятней фанты будет. И все. Не больше. Вот и все. Всем пока. Если хотите попробовать, покупайте. А так сразу скажу, что ничего особенного как бы нет. Ну, только то, что прикольно, чупа-чупс.